およそ300メートル先、浜車検事務所前を左方向です。Подъезжаем к центру прохождения техосмотра. Взял заполнять документы. Вот у меня блок на драйве. Вот такую же бумажку. Все заполнил. Пошел оплачивать налоги. Здесь на входе вон даже написано: бушку не разбейте. Это реально. Надо нагибаться. На выходе вот специальное место для оплаты. Сейчас заплатим и пойдем уже на линию, скорее всего. Оплатил обязательную страховку на 2 года, ну, на время самого техосмотра. Сейчас иду оплачивать налог, тоже двухгодичный, то есть порядка 40 тысяч он будет. Ну и все, и потом уже на линию. Вот эта линия техосмотра так выглядит. Народу очень мало сегодня, последний день выходных зимних. Сам налог остался тот же, 41 тысяча йен. А вот подорожал сам осмотр за автомобиль. Примерно в подорожании на 1000 йен за 2 года. Это новенькая Honda ZR-V. Видимо, ее только поставили на учет. Все, все документы заполнил. Сейчас едем на линию осмотра. Сказали, линия номер 3. Там везде у них знаки, что снимать ничего нельзя. Ну, попробуем аккуратненько снять. Надо было, конечно, проходить техосмотр в более занятой день, в более занятую неделю. Здесь бы было побольше интересных машин всяких. Люфтованных, разрисованных и так далее. Вот Civic свежий. Тоже уже видел такой. Ну ладно. Зато без очереди. И народу мало. Вон древний Мерседес стоит. Почему у него перечеркнутые номера? Это временные номера. То есть они служат для перегона авто. То есть когда его куда-то перегоняют, отправляют. Когда вы гоните машину в порт и так далее. У нас такие номера были на компании, когда мы занимались машинами подержанными. Сама линия осмотра. Сейчас доебут. Не должны. Проверили дворники.
Все штампы мы получили. ЦО, подвеска, фары, тормоз, ручной тормоз. Все остальное. Идем получать новенькую симку. В конце получил такую вот синьку о прохождении техосмотра. И вот эти вот наклеечки сейчас нужно будет наклеить на лобовуху. Сейчас посмотрим, как они клеются. Тут, короче, целый квиз, как наклеить эти две наклейки. То есть одна клеится на вторую, и потом все это вместе на лобовуху. То есть здесь для меня внутри, что это Рейва, 7-й год, январь 21-е. А для полицейского снаружи, вот 7-й год, 1-й месяц. Вот сюда я ее сейчас на присобачить красиво. Ну, сейчас попробую. Все. Присобачили ее. Рамен. Все. Техосмотр пройден. Заплатил я порядка 65 тысяч йен. Это, наверное, по нынешнему курсу сколько? $450. Под 500, наверное. に従って走行してください。